энергия, как рафинад. Многие считают меня безумцем. Шухер, граждане, на сцене психопат. Да, я чокнутый ковбой с Парнаса. Сэмпер Уильямс, диагноз мой. Я заарканил гордого Пегаса. И мы несемся над огненной землей. Арс Магна, Дэнни Райан. В этой торжественной обстановке, в этой фешенебельной атмосфере, в этих сказочных, невероятных декорациях представить вам космический цирк аутсайдеров, родоначальников стиля радикальный шансон, оркестр «Ля Пресная Чувейч». Надеемся, что тот вселенский позитив, сырмяжная правда жизни, которая буквально пронизывает наши рукотворные опусы, наши эстрадные фолианты, наши бессмертные шедевры, подарят вам не только ностальгию, не только сентиментальные воспоминания, но и дадут надежду на прекрасное. Если превратишься ты цветочка в поле, я пчелка и петки твои найду. Прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду, как тукеза. Если скажешь, рыбка в море, и в театром я на дно зайду. Подвыпивший конферанс объявлял примерно так. Для пацанов и их девчат в программе «Яблони звучат». Когда яблони расцветут,
Я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут. Стою с босыми ногами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами. Но только я не пойду. Своих и чужих, потому что свои знают наизусть текст этой композиции, свои плачут и дрожат, когда звучат эти вечные аккорды. Именно тогда люди начинают обниматься, целоваться, все это происходит искренне, без каких-то вульгарных эротических инсинуаций. Песня «Зеленоглазое такси». Домой, Азов Михайлов! Больше дела, больше дела. Опять я воспользовался этим паразитирующим словесным отклонением, которым страдают все. Ну что ж. Дорогие друзья,
Это еще одно отклонение. Да, мы сотканы из сплошных банальностей. Торжественно звучат.